как бороться с бесами. Преподобный Амвросий Оптинский. Иоанн Златоуст. Преподобный Авва Исаия. Преподобный Варсонофий Оптинский. Священномученик Иоанн Стеблин Каменский. Блаженный Августин. Архимандрит Фадий Витовницкий. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной. Потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздает слово Богу. У нас же путаница от того и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других. Преподобный Амвросий Оптинский. Если ты желаешь быть с демонами, если ты стремишься в гиенну огненную, то делай, что тебе угодно. Живи, как хочешь. Никто тебе не препятствует. Иоанн Златоуст. Бесы наводят на душу уныние предположений. Не истощится ли ее терпение в продолжительном ожидании милости Божией? Не покинет ли она самого жительства по Богу, признав его невыносимо трудным? Но если будут в нас любовь, терпение и воздержание, демоны не преуспеют ни в каком своем намерении. Преподобный Авва Исаия. Когда беспокоят помыслы, или смущают, или тревожат, то не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: «Да будет воля Божия». Это очень успокаивает. Преподобный Варсонофий Оптинский. Бывает и для души зима, которую мы должны уметь переживать. Священномученик Иоанн Стеблин Каменский. Спасается лишь тот, кто имеет главою Христа. А имеет главою Христа лишь тот, кто находится в его теле, которое есть Церковь. Блаженный Августин. Почему Господь дает заповедь любить своих недругов? Не ради них, но ради нас самих. Пока мы думаем об обиде, которую нам причинили, у нас нет мира и спокойствия. Мы живем в состоянии ада. Архимандрит Фадий Витовницкий.